Добрый день, Faberlic! Стартовала новая программа акция «Поделись, Faberlic!». Она рассчитана на то, что вы, делясь определенной уникальной ссылкой, по которой будут регистрироваться люди именно в вашу структуру, и если эти люди пройдут первый шаг стартовой программы, то за это вам компания будет начислять вознаграждение. То есть за каждого нового консультанта, который зарегистрировался по вашей уникальной ссылке и выполнил первый шаг стартовой программы, вам компания будет начислять деньги. Денежное вознаграждение. В Украине это 120 гривен, в России это 300 рублей. Так вот, смотрите, прежде всего нужно активировать эту ссылку, которой вы будете делиться. Но если вы хотите поподробнее прочитать про акцию «Поделись, Faberlic!», то вы заходите в личный кабинет. Я вот специально взяла личный кабинет рядового консультанта. Вы заходите в личный кабинет, прокручиваете вниз на главной странице, и вот есть у нас такая подрубрика «Бизнес Faberlic». Если вы нажимаете на активную кнопочку акции программы, я вот сразу на нее перехожу, потому что сегодня первый день компании, сайт у нас очень медленно работает, да, у вас будет вся информация про эту акцию. Вот под рубрики акции бизнеса, но, по крайней мере, вы сразу попадаете на эту акцию. Так, в чем суть? Действует эта акция три компании: 18, 19, 2017 и первая компания 2018 года. Ну и условия: магазин, который оплачивает ваши покупки, мечта или реальность. Итак, вы делитесь специальным промокодом с друзьями и получаете денежный подарок за каждого нового консультанта. Вы получаете уникальную ссылку, я сейчас покажу, как ее получить. И если новичок, который регистрируется по этой ссылке, выполняет первый шаг стартовой программы, а это именно то условие, которое прописывается на последней странице каталога. То же самое вы можете сразу нажать на вот эту клавишу, да, посмотреть активно, и вот вам выпадает акция для новых консультантов, которая действует в действующем расчетном периоде или в действующем каталоге. Ну, мы возвращаемся назад. Да. Вот эта же акция, первый шаг. Первый шаг, он прописан на последней странице каталога. Но в данном случае я сейчас вам скажу. То есть человек, который присоединяется к Faberlic, получает стильный клатч от Валентина Юдашкина и губную матовую помаду на выбор. Очень приятно. А вам еще за это, то есть новичок получает свой подарок, а вам еще за это компания будет начислять денежное вознаграждение. Еще раз напомню, 300 рублей это если вы проживаете в России и 120 гривен если проживаете в Украине. И, в общем-то, все условия акции. Более того, если вы нажимаете «Скачать презентацию», у вас вот в таком формате, в слайдовом, буквально вы видите, что делать, как активировать все это дело, как правильно поступать. Да, и, в общем-то, вся информация есть у вас вот на такой слайдовой презентации. То есть все легко и просто. Вот, но я вам на всякий случай все-таки покажу, где и как активировать еще раз, да, вот эту ссылку, с которой нужно делиться. На главной странице личного кабинета вот есть у нас панель, да, и если мы раньше могли вот нажать просто-напросто на регистрацию, сами зарегистрировать человека, то тут уже вся прелесть в том, чтобы человек прошел по этой волшебной ссылке. Вы нажимаете, активируете «Моя структура». Вот, заодно видно, что сайт у нас сегодня просто первый день компании. Люди делают заказы, люди получают свои подарки по шагам. Да, вот новички прошлой компании сейчас у нас получают водички Юдашкина, поэтому у нас сайт немножечко сегодня тупит, тормозит он у нас. Итак, вас перебрасывает на страницу, где вся информация по вашей личной структуре. И вот есть, смотрите, вот такие активные ссылки. Ссылка для регистрации нового консультанта, ссылка для заказа покупателя. То есть вы можете создать свой интернет-магазин с товарами Faberlic. И вот смотрите, есть акция «Поделись Faberlic». Так вот, чтобы поделиться Faberlic, чтобы у вас была действительно вот та самая уникальная ссылка, вам нужно активировать вот эту кнопку «Получить ссылку». И сейчас вам программа, то есть она тоже думает немножечко в связи с такой большой нагрузкой на сайт, она сейчас вам генерирует вашу уникальную ссылку. То есть не будет консультантов тысячи, да, но не будет такого, что
ваша ссылка с кем-то там продублируется. И смотрите, вот у вас уже выскочил, даже вот ваш волшебный промокод есть. Поделись Faberlic. И вот все соцсети, в которых вы можете поделиться этим промокодом. Допустим, я нажимаю ВКонтакте, и вот приложение ВКонтакте, вот можно уже поделиться, ну, поскольку я консультанта чужого взяла, другого взяла, да, я, к сожалению, не буду делать, вот именно я показала, просто я свою уже активировала, да, и вот как перебрасывать. Вот Pinterest и так далее, и тому подобное. То есть вот здесь вся информация, как делиться. Ну и смотрите, еще раз, если вы нажмете здесь подробнее, то вас перекинет на акцию вот эту вот самую. Еще раз будет вся информация. Но как делиться в SMS, как установить приложение, вот вся есть информация в слайдовой презентации, поэтому берите, вот, видите, мне сейчас перекинет на информацию про акцию, про саму акцию, вот, поделись Faberlic, еще раз, вот, презентация, как делать, вот, и вот таким вот образом уже нам облегчили участь, да, то есть, смотрите, в чем вся фишка, именно в этой акции действует уникальный код, который вам генерирует программа. Если вы поставите вот эту ссылку, которую можно обычно делиться, да, то она не сработает на денежное вознаграждение, на подарок. Важно поделиться именно вот этой самой ссылочкой. Так что я думаю, что у вас все получится, все будет благополучно, все на самом деле легко. Еще раз заходите в личном кабинете «Моя структура». И вот состав личной группы, у вас есть тут ссылки, поэтому вы ее активируете и уже вот эту ссылку единожды активировав, вы можете ей делиться и регистрировать свою структуру и получать денежное вознаграждение. Так что все очень просто. Говорить. Смотрите. Я прекрасно понимаю, что не у всех есть соцсети, да, и не у всех есть возможность там или желание делиться там или работать и так далее, тому подобное. То есть, или есть другие соцсети, которые здесь вот не указаны. Так вот, смотрите, мы просто-напросто вот эту с вами ссылочку копируем. И именно ее, то есть, нажимая правой кнопкой мыши, копировали, и именно ее мы можем вставлять в электронную почту, делиться ей, да, в смс-сообщение поделиться, просто-напросто вставить. А вот я могу сейчас, допустим, если я активирую Viber, по Viber переслать эту ссылку, именно вставить ее в виде сообщения и отправить. Но, опять-таки, будут такие ситуации, когда люди, ваши знакомые, допустим, да, попросят, ну, зарегистрируй меня, я не понимаю, как пользоваться этой ссылкой и так далее и тому подобное. Так вот, чтобы зарегистрировать человека по этой ссылке, поделись Faberlic, и получить за него денежное вознаграждение, да, мы помним, что вот эта ссылка, которую мы обычно давали, она уже как бы не участвует в этой акции, мы делаем простое движение, простой ход. Мы выходим из нашего личного кабинета. Это вот главное условие, обязательно нужно выйти из вашего личного кабинета. Полностью выходим. Сейчас у нас все равно сайт, видите, очень медленно работает, тормозит. Если вы будете пытаться активировать вот в этой панели, да, в этой строке, вставлять ссылку, вот эту, то вас будут перебрасывать автоматически все равно на ваш личный кабинет. А нам нужно, чтобы и активировался промокод, и для того, чтобы регистрация смогла пройти. Поэтому вот сейчас мы выходим из личного кабинета, вообще выходим из каких бы то ни было структур Faberlic. Да? Личный кабинет, не личный кабинет. Сейчас я покажу, как провести просто акцию, точнее провести регистрацию по вашему промокоду, по вашей ссылке, не пользуясь соцсетями, не отправляя ссылку и так далее. Там подумаю. То есть вот Faberlic, мы вышли, ничего. Открываем новую панель. И вводим сюда, вставляем вот эту самую ссылку с промокодом. Нажимаем Enter, да, нажимаем ввести. И смотрите, что у нас сейчас появится. У нас сейчас с вами появится новое окно для регистрации. Вот такое же окно будет видеть новый консультант, если он проходит по ссылке, которой вы поделились в соцсетях. Абсолютно одна и та же будет форма. Это же окно будет видеть консультант, если он
регистрируются. Смотрите, какая панель выскакивает. Присоединяйтесь к Faberlic, получайте стильный клатч. Еще раз, вот эта акция действует именно в 18-м каталоге, 18-й период 2017 года компании Faberlic. На 19-й период автоматически все будет меняться. То есть у вас ссылка зарегистрирована. Вот ваш, то есть ссылка единая на три компании. Вот ваш промокод. Вот ваш промокод. Вы можете это сделать, указано как, да, на телефоне, или же мы нажимаем просто-напросто зарегистрироваться. Активируем вот эту кнопку. То есть у каждого консультанта, кто будет участником этой акции, будет свой уникальный промокод. То есть можно будет его вводить, а можно этот же промокод, пока у нас перекидывает нас, вот он, уже введен в бит. Поисковике, да, в строку, то есть индивидуально. Поэтому и у вас уникальная ссылка, и в принципе только вот у вас такой промокод, больше ни у кого. Итак, смотрите, сильвупле, вуаля, да. А вы уже сами даже можете вводить регистрационные данные человека. Что будет у него скидка. Вот указано, кто с ним поделился промокодом, поэтому можете проверить, действительно ли ваша фамилия, вот, когда вы сами регистрируете. В общем-то, все делаете, вводите регистрационную форму, нажимаете подтвердить, и вот у вас, вы собственноручно сами по своему промокоду зарегистрировали человека. То есть, если у него что-то не получается, как-то не получается, соответственно, если человек, которого вы зарегистрировали, еще раз получает подарок по первому шагу, вот, то вам за него компания начислит денежное вознаграждение. Вот такая вот маленькая хитрость, которая поможет вам без потерь пережить эту акцию. Более того, не только без потерь, но еще остаться в прибыли. Ну и напоминаю, что у нас еще именно для нашей структуры продолжает действовать акция на получение вот этого прекрасного блендера у компании Браун. Вы регистрируете 5 новых консультантов, выполняете личный объем 50 баллов и получаете от нас вот такой блендер в подарок. Так что вы можете не только получить денежное вознаграждение от компании, но еще и блендер от нас. Поэтому все в ваших руках. Вот такая вот потрясающая акция. Еще раз я вам показала, как получить этот свой промокод. Да? Вы можете им делиться. Если вы не работаете в соцсетях, вы просто-напросто копируете эту ссылку, выходите из личного кабинета, активируете ее в новом окне, проводите регистрацию, и все случается, все очень хорошо, все замечательно, все потрясающе. Так что я желаю вам процветания и успехов!